В здании бывшего кинотеатра «Вулкан» в Твери планируется открыть музейно-культурный центр. Объект культурного наследия регионального значения осмотрели губернатор Тверской области Игорь Удэня и депутат Госдумы Российской Федерации Владимир Васильев. Они также ознакомились с ходом ремонтных работ, которые ведутся в Спасо-Преображенском соборе в рамках подготовки к великому освящению храма патриархом московским и всея Руси Кириллом, которое запланировано летом этого года. Обо всем подробнее в нашем сюжете. На протяжении 6,5 веков Спасо-Преображенский собор был главным духовным символом Тверской земли. Его заложили в 1285 году князь Михаил Тверской и первый тверской епископ Симеон. Возрождение святыни началось в 2014 году в историческом виде и на прежнем месте. 5 декабря 2018 года, в день празднования 700-летия подвига князя Михаила Тверского, в восстанавливаемом соборе прошла первая божественная литургия. В этом году, в ночь с 4 на 5 мая, прошло первое за 101 год пасхальное богослужение. На центральном входе в собор установлены кованые ворота, точная копия исторических, которые были сняты перед разрушением храма в 1935 году. Сейчас выполняются наружные работы, ведется монтаж декоративного белого владимирского камня. Окрасим только кирпичем, это белый. Да. Параллельно выполняется устройство архитектурной подсветки. Работы должны быть завершены до 1 июля. В ходе осмотра Игорь Удэня дал ряд поручений по выполнению отделочных работ и дальнейшему благоустройству соборной площади. А вот в здании бывшего кинотеатра «Вулкан» планируется открыть музейно-культурный центр имени краеведа Вячеслава Воробьева. Это один из первых домов регулярной застройки Твери, формирующий пространство ныне площади Михаила Тверского и отмечающий начало трехлучевой планировки 18 века. Здание кинотеатра с момента постройки видоизменилось. В 30-х годах оно надстроено двумя этажами, в 50-х реконструировано. В 90-е годы дом находился на капремонте. Приступить к реализации проекта планируется уже в этом году. В ходе осмотра обсуждались варианты внутреннего обустройства здания будущего музея, размещение экспозиции, сувенирной точки и других объектов, а также благоустройство прилегающей к дому территории. Сувенирный магазин, да? Это несущая стена. Губернатор отметил, что на основании трудов Вячеслава Михайловича хотят сделать доступной историю Тверского края. Это описание каждого района, географических и природных особенностей, людей, которые там жили и создавали историю Верхневолжья. Этот музей будет формировать представление жителей и гостей о том, какова Тверская область и ее роль в истории России.